К другим темам. Аварией на улице Потанина закончился первый рабочий день этой недели. С места происшествия с телесными повреждениями в областную больницу доставили 69-летнюю женщину. 10 марта приблизительно в 8 вечера водитель КамАЗа врезался в фонарный столб и нежилой дом. В данный момент мужчина проходит освидетельствование, сбил ли он пешехода, стражи порядка пока не установили. Сейчас полицейские разбираются в деталях ДТП.